Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Сенкетру, моя супруга Татьяна Сенкетру, наша любимая доченька Карина Сенкетру. Мы в бизнесе FFI 13 месяцев. Даже не думал и не гадал, что наши мечты начнут осуществляться. Помимо того, что компания осуществляет мечты, она еще дает возможность их планировать. Да, мечтать, планировать, осуществлять свои цели, планы. Первые два месяца в моем бизнесе буквально ничего не получалось. Было сложно перестроиться из обычного инженера в человека, который подписывает людей. Очень сложно было. Но благодаря тому, что я не остановился, достиг целей. Сегодня мы находимся в Доминикане, Доминиканской республике, в городе Бавара. Отдыхаем. Самое, что для меня важно, это то, что со мной находится моя семья. Моя дорогая, любимая семья. Я вижу, как радуется мой ребенок. Я вижу, как радуется моя супруга. В общем, бизнес FFI – это круто, ребята. Всем спасибо. Ольга Жданович, Александр Жданович и Алексей. Мы сейчас находимся в Доминикане. Это просто невероятно. Ребята, еще полтора года назад мы жили за $350 целый месяц. Супруг ходил на завод, и мы даже себе представить не могли, что мы сможем так путешествовать. Компания FFI дарит невероятные ощущения. И мы просто в шоке. Культурно-массовый шок, потому что такого... Мы даже не могли себе представить, что сможем находиться на лучших курортах мира. И все благодаря компании FFI. Система ProTV работает, продукт работает, деньги выплачивают, а мы можем делать то, что мы хотим. И ничего не может быть невозможным, потому что компания FFI – это самая лучшая компания. Ребята, пошли дальше. А это мы, семья Хабибулиных. Меня зовут Фанис Хабибулин, мы из города Казани. Мою супругу зовут Альбина. Это наш сын Роберт, ему 3 годика. Это наша дочка. Опа! Ей 6 лет. Мы находимся в Республике Доминикан. Ребята, не передать все ощущения. Как тут здорово. Еще год назад мы даже не могли себе представить, не могу даже передать вам вот этих эмоций, что мы здесь ощутимся. Было куча долгов. Вот мы в год в бизнесе заработали кучу денег. Ну, много просто денег. А не было даже $5, 5 рублей на чупа-чуп. Спасибо компании FFI. Спасибо клубу ПрафТВ. Спасибо моему спонсору Олегу Григорьевичу Пермякову. Ребята, бизнес супер. Я вам желаю... Я желаю вам удачи, и мы все кричим FFI! Всем пока! FFI! Вот так мы отдыхаем! До скорых встреч, всем пока!